Всем привет, с вами Лорд Прайм, командир клана Рейнс, и в данный момент у нас, как всегда, идет катание укрепов там. Ну, не сколько там, скажем так, катание прям укрепов, а сколько, скажем так, нагиб статиста. У нас неделька такая, скажем, мы просто пытаемся нагибать статистов, вот, и таким способом повышаем свой опыт, естественно, в выходе на глобалку, там сыгранность и все. То есть, естественно, чем сложнее клан, тем, скажем так, быстрее опыта можно набраться там, чтобы хорошо себя чувствовать на глобалке против хороших топовых кланов. Вот, как вы видели в предыдущих видео, кто смотрел на моем канале, множество топовых кланов какого-то хрена просто, я не знаю, набили себе ставку где-то там, что-то в кустиках или непонятно, или полевики, короче, дебилы полнейшие. Ну, я не знаю, в общем, короче, они ни хрена не нагибают, если честно. Просто не нагибают. То есть уже мерки клан нагнут, скиллы тоже получили люлей. В данный момент, ну, видите, 5% на победу шанс. То есть, естественно, это так, короче, просто за статистики дебильные. Ну, как всегда, я говорю, что она не всегда это показатель. Кто там, понты просто для лохов. Вот вам еще один третий топовый клан. Оливи. В общем, вы его прекрасно знаете. Видите, что это пацаны крутые. Вот, если не ошибаюсь, там в топ-50, короче, лучших кланов входят. Короче, у нас такая неделька выдалась, что чисто против таких вот шикарных статистов. В общем, в принципе, решаю я, чтобы одна группа поехала сюда. Тяжиков пока сдерживал наша вторая группа, вот, с ПТ-шек, Т-34, ну, таких, работают по засвету 90-ка, то есть я даже показывал на квадре, что надо в первую очередь просто ушатать вот эту группу, чтобы потом можно было немного подтянуться вот сюда, естественно, просто обойти их вот так вот, и потом будет нормально. Вот, короче, я решаю, понимаю, отделился, что плохо справляются. В общем, короче, один танк ушатан, это отлично. Убрали сетечка. Так, теперь ВЗ-ку, которая тоже мешает. Там еще чериотер не дает выезжать. Но я как бы решаюсь, пофиг на этого чериотера. Опа, отправляю в ангар ВЗ-ку. Так, чериотер стреляет. Ну, молодец, молодец, красава, красава, выстрелил. Все. Респект вас тебе и увожу. В общем, короче, я свожусь. Сука, вот так вот получил. Вторую плюх он мне дал. Ну, ничего страшного, наши еще там держатся отлично. 3-1 счет. Это топовый клан. Вашу мать, командира. Полевики. Опа, опа. Тут, короче, чувачок зажатый. Смотри, куда заныкался. Я даже не заметил. В общем, боеукладка у меня вынесена. 22 секунды, твою мать. КД. В общем, короче, парни там заберут чериотера. Я уже понимаю, что надо поджиматься. И, как я и хотел, по своему плану отработать. Вот парни, короче, парни. Все. Так, меня в ангар отправили, но плюха полетела. Хрен там меня так просто убьешь. В общем, короче, вы видите в данный момент ситуацию, что уже множество таких шотных, скажем так, танчиков. У нас тут 90-ик катается по полю, конечно, там на КД. Но я даю команду, чтобы 90-ик просто заехал вот так, развели. Ну, то есть в крысу поработал сдалека. Единственный шанс, как бы, еще понадкусывать их, чтобы потом, ну, хорошо добрать без без минимальных таких потерь, скажем так. Вот, короче, нашего одного убрали. Остаются такие моменты. Вот 90-х накидывает, старается. И с третий просто стреляет. Хрен просышь, как Свертухана. И это топ-клан. И это топ-клан. Да это, бля, Мел Карнавал, а не топ-клан у вас. В общем, в принципе, вот так вот. Скажем так, клан у нас создался недавно, клан не так уж много, то есть я бы сказал, кто-то посмеется, вообще очень мало, в районе 25 дней, но за эти 25 дней из 48 тысяч клан занимает в данный момент 4400 место, вот, на сегодня, короче. Скажем так, я считаю, это очень неплохо. Как вы видели, просто вот так вот развели пацанов, клан Оливи просто насосал, к
как и остальные всякие скиллы, как и остальные всякие мерки, как и остальные реды. Я еще выложу потом видео. Короче, вот как бы так вот, короче. Все топовые кланы. Скоро мне такое ощущение, что не останется топовых кланов, кого рвать. Вот. Ну, как вы сами видите, клан молодой. Вот. И, в принципе, все нормально. Нормально нагибают хорошие игроки, у которых очень хороший средний урон, там, за 1000. Это свое, скажем так, дает. Дает. Стата, это все там позже. Это так, для красоты, скажем так. А вот реальный скилл — это средний урон, и вот он показывает, что у игроков клана Рейнс, и, как говорится, в общем принципе, есть яйца, и так что бойтесь, в общем, топовые кланчики. Вот, так что с вами был Лорд Прайм, командир клана Рейнс. Кому понравилось, подписываемся на канал. Всем, парни, удачных нагибов в рандоме. Пока.